Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим подогрев сидения Митсуми. Встраиваем подогрев с датчиком перегрева. Что собой представляет данное устройство? Это мат размером 28 сантиметров на 50 на двухстороннем скотче, который встраивается под обшивку сидения, тем самым подключается к бортовой сети, выводится или отдельно кнопка, или в принципе по желанию, как удобно, закрепляется двухсторонним скотчем в сидении, одевается обратно обшивка, и таким образом у вас на зиму сидение уже будет с подогревом. Сделан данный мат из углеволокна, прочный, в принципе, нареканий никаких не было. Также еще раз напомню, что в данном мате встраиваемый датчик перегрева, то есть что позволит вам комфортно использовать данное устройство.